Хай, всем успехов, желаю всем успехов. Вот мой DVD. Первый DVD, изданный на Digital Max Cinema. Именно DVD. Ну так, я DVD делал на заказ. Там свадьбы, такое. А это DVD с моими выступлениями. Проект Torn Apart. Два выступления. 2000 год и 2001 год. Клубе Форд. Вот сделали DVD. Сейчас я его ставлю в дисковод. Посмотрим. Вот. Вставляем дисковод. Бык. Поехали. Ну, а сейчас мы будем play DVD видео. Так, наверное, да? На этом оно в меню должно быть. У меня вообще-то не стоит эта штука. Может, надо было поставить. Кодек конченый. Блин. Ладно, откроем по-своему. На басу, я на гитаре, Тёма. Барабанщика то уже не было. Жека на моей гитаре, у меня там было две гитары, по-моему. Да, вспомнил. Знаете, у меня вид мрачный, пиздец. Мрачняк такой. Так, что оно тупит, блин? Ой. Windows этот что-то глючит, падла. Так, ладно. Сейчас попробуем. Вот. Ну-ка.
Не хочет она его открывать. Ладно, пошла она в баню. А вот, сейчас вот это вот попробуем. Хотел менюшку показать. Вот менюшка, есть менюшка. Вот тут так. Сначала мы называем Domination было такое. Ну, Playout, то и напавит, потом уже перед Джек. Present. Это мне Дэшбан делал. Он стихи написал на некоторые тексты. Ну, вот так вот выглядит меню. По идее, ну, в принципе, у меня не стоит эта программа, как она там, Power DVD. То есть нажимаете, то есть, ну, в этих, блин, плеере у меня тоже DVD нету, нафиг он нужен. То есть вводится и получается как DVD. Там меню такое выскакивает. И можно посмотреть один концерт Domination 2000 года, ну, так мы назывались. Потом Torn Apart уже 2001 года. И Play-L можно нажимать вот так вот, раз и все. Вот, ну, сейчас мы смотрели какое-то, какое мы выступление смотрели. А это дебютное вот выступление. О, дебютное выступление, то вообще. Такое. Ха-ха-ха, у меня видос смешной. Тёма, блин, стоит, думает. Забыл текст, наверное, блин. О, моя футболочка. Covenant with Death, по-моему, да. Domination, кстати, да. Я делал тогда за кучу денег. Ну, мог себе позволить. Гитары мои все. Моя гитара. И бас-гитару даже я Оле давал. Примочки мои, по-моему, да. Обе, да. Ну, микрофон, понятно, не мой. А, бас это Реден, блин. Да, точно. Да, дебют, да. Да, было весело. Хотя тогда переживали, мы, помню, там водки взяли. Много водки взяли по карману, вот, покупали по 100 грамм, по 150. И перед концертом все конкретно приняли на душу. Что первое выступление людей, конечно, ну, человек 100 было, 200 где-то. Ну, это немного. Ну, может, 100, где-то человек 100 было всего. Это клуб Форд еще на Полтавском шляху был. Я еще одел какой-то напульсник смешной. Не помню из чего. Нет, чтобы пойти в талисмане купить. Барабанщика не было у нас уже тогда. Он уже от нас свалил. Сказал, что ритмы очень скоростные, им потеть неохота. И все такое. Толик Гулый побежал только что. Клуб финал. Да. Ну все, покупайте DVD. Цена 30 гривен. На моем канале есть ссылочки под этим видео. Будут ссылочки на два выступления DVD-RIP. Ну, я против пиратства, но для ознакомления нужны ссылочки. Все, всем успехов, желает Максим Вехов. Пока-пока.